Сколько же он стоит, такой робот? Вот такой вот? Такой с программированием, совсем таким, около 50 тысяч. Сколько? 50 тысяч? Ого! Ну, его только под заказ мы делаем. Он просто двигается и все. Ну, вообще, его настраиваешь через приложение, у меня сейчас его нет. Он может приседать, он может отжиматься, что он еще может делать. Вот, может танцевать, двигаться может. А эти по сколько? Этот 550, он получается за вами повторяет то, что вы говорите. А еще у него сенсор на голове вот тут вот. И когда вы его гладите, он реагирует на это. Сколько такое стоит? 550. Такой 550. Ну-ка, включи. Вот здесь погладить можно, он будет говорить, будет что-то делать. Но говорить он, если он говорить не будет, потому что здесь много людей, шумно. Вот. А так ему просто говорить, допустим, скажи привет, и он... Пошли ходулисты.